Дорогие ветераны, уважаемые студенты, коллеги, поздравляю вас с самым большим праздником нашей страны, с праздником Победы, 75-летием нашей Победы в Великой Отечественной войне. День Победы для нас самый главный, самый дорогой праздник. Нацизм был угрозой миллионам людей по всему миру. Мы гордимся, что именно наш народ, наша страна, наша армия, наши отцы и деды смогли сокрушить эту страшную и безжалостную темную силу. Для нас крайне важно осознавать величие подвига нашего народа в битве за будущее человечества. Нам необходимо помнить о мужестве, благородстве, о самоотверженности, благодаря которой победили наши отцы и деды, о тех страданиях и лишениях, утратов, которые они перенесли, которые перенесла вся наша страна, каждая наша семья. Мы, как плехановцы, знаем и помним и о вкладе студентов и преподавателей нашего университета в достижении Великой Победы. Более 350 плехановцев с оружием в руках защищали Родину. На нашей базе была создана Витебская дивизия, которая прошла свой путь от Смоленска до Берлина. Многие из них за боевые подвиги были награждены орденами и медалями. Многие не вернулись с полей сражений. Мы чтим их память, память предков. Мы испытываем гордость за их великий подвиг, за тех, кто трудился в тылу, кто создавал оружие, кто направлял на фронт все, что имел у себя в доме. Дорогие ветераны, дорогие студенты и коллеги, поздравляю вас от души с этим великим праздником, с праздником Победы. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.